Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Я вас всех приветствую. В этом ролике я вам покажу, как изменилась финка после обновления, потому что произошли некоторые изменения, которые очень сильно повлияли на финку. И в этом ролике я вам покажу финку своего бизнеса до обновления и финку самого прибыльного 24/7 на серваке. Поэтому видосик обещает быть интересным. Но это еще не все, ребята. В конце ролика я вам покажу новый топовый бизнес Америкоса, который стоит несколько миллиардов рублей. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Но если вы еще не играете на проекте и не знаете, какой ввести промокод, то пишите /mm промокод, указать друга ютубера и вводите самый лучший промокод Полканов. За этот промокод вы получите 300 тысяч рублей, его можно вводить до 5 уровня. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Я думаю, он вам 100% понравится. Всех отнял, приподнял, полетели! Ну что ж, перед тем, как я вам покажу саму финку, давайте я объясню, из-за чего вообще поменялась финка во всех бизнесах. Вы, я думаю, многие об этом не знаете, потому что многие спрашивают, а почему такая скидка, а почему такие цены там и так далее. Поэтому сейчас я для вас всех объясню, почему выросла финка и что вообще поменялось. Если мы пропишем команду Business, зайдем в настройки, здесь есть такая функция, как изменить цену всех товаров. Мы сюда нажимаем, и здесь есть два значения. То есть я могу поставить минус 30 скидку, либо поставить плюс 60. То есть у меня будут максимально дорогие цены в бизнесе, которые могут быть. Ну а раньше, ребята, было значение минус 80 и плюс 80, понимаете? И именно поэтому сейчас финка поменялась, потому что в основном у всех стояло там минус 50%, минус 60%, а сейчас максимальная скидка составляет 30%. То есть именно по этой причине финка выросла во всех бизнесах, включая там СТО, аптеки, 24/7. Особенно 24/7 финка выросла не только из-за этого, еще потому что туда добавили новые товары, о которых я вам чуть позже расскажу. То есть сейчас максимальная скидка 30%, ребята, запомните. Конечно, для владельцев бизнесов это реально круто, потому что у всех выросла финка. То есть у бизнесов самых даже хреновых, у них выросла финка из-за того, что у всех сейчас цены в принципе одинаковые. То есть что там в аптеках, что в СТО, то в 24/7, цены везде одинаковые, поэтому финка выросла у всех. И сегодня я вам покажу на личном примере, какая у меня финка была до обновления и после обновления. Ну и конечно же покажу финку самого прибыльного 24/7 на серваке. Вы реально будете очень сильно удивлены. Также в 24/7 финка выросла из-за того, что добавили новые товары, а именно это самокат и аккумуляторы для самоката. То есть за счет этого финочка реально подросла, но она была хорошая именно в первые дни за счет этого, потому что все покупали самокаты, все покупали аккумуляторы там и так далее. То есть за счет этого реально финка была в первые дни очень хорошая. Ну и конечно же еще добавили энергетики, они в принципе и так были, но сейчас они работают максимально классно, то есть вы можете на протяжении минуты очень хорошо бегать и очень быстро. И поэтому как бы на этот появился спрос. Видите, раньше ремки там были по 2-3 тысячи рублей. Сейчас у всех цены одинаковые. У всех рекомплекты по 7 тысяч рублей. Абсолютно в каждом 24/7. Пишем команду Business, нажимаем настройки и финансовая статистика за 30 дней. Вот финочка до обновления, там лям 300, лям 200, лям 400. То есть финка была реально, ну не совсем большая. Финка была там от миллиона там до 1,8. И вот теперь сравните финку, пацаны, которая была после обновления. Вот получается первое число, в этот день вышло обновление. И самое интересное то, что в этот день у меня не было продуктов, потому что я ожидал то, что выйдет обновление, но почему-то продукты решил не завозить. И поэтому я когда зашел в игру, у меня было 2000 продуктов. И мне пришлось завозить полный склад, и на это ушло 2 миллиона. То есть в первый день обновы у меня финка была около 5 миллионов
рублей. Понятное дело, то, что финка в первые дни была очень хорошая, то есть там 5 миллионов, ну, образно 5 миллионов, 4 миллиона, 2 миллиона, 3 миллиона. Ну, конечно, потом это все успокоилось, потому что уже не было такого ажиотажа, уже все самокаты купили, все, что хотели, купили, поэтому финка как бы успокоилась, и потом финка была уже лям 900, 1,5, 1,8, 1,8, ну и 2,3, вот, допустим, финка. А, не, подожди, это 2,8. Извиняюсь, ребята, я немножко перепутал, но она стала больше где-то на 500 тысяч, пацаны. Плюс-минус финка увеличилась на 500 тысяч. Реально, это не особо много, но зато теперь реально продукты уходят очень медленно. То есть мне полного склада спокойно хватает на 3 дня. На самом деле, ребята, мне уже предлагали неплохую сумму за этот бизнес. То есть мне его, да, предлагали продать. Я думал, хотел уже там, знаете, согласиться. Вроде бы как согласился, но человек почему-то сам передумал его покупать. Хотя финка здесь реально хорошая. То есть мало того, что у меня выросла финочка, да еще и продукты мне возить близко. То есть человек этого не понимает, то что ты платишь не только за финку, но и за то, что у тебя рядом как бы продукты находятся, тебе не нужно будет заморачиваться. То есть это реально такой АФК бизнес, которым ты занимаешься не особо много. Буквально там 15 минут и ты завез полный склад сам. Поэтому вот как-то так. Но я так подумал, то что я его продавать скорее всего не буду. Если буду продавать, то за ляма 800, скорее всего. Цены реально на бизнесы очень сильно выросли. И выросли реально в 2, либо в 3 раза. Цены выросли на все бизнесы. И мне кажется, это еще не конец. То есть они будут еще дороже. Поэтому мне по факту нет смысла продавать. Потому что если я продам, я ничего не куплю за эти деньги, понимаете? Ничего просто. Потому что, во-первых, ничего не продают. А если продают, то очень дорого. Поэтому, скорее всего, я этот бизнес оставлю себе надолго. Теперь, ребята, пришло время посмотреть финку самого прибыльного 23/7 на серваке. Реально, пацаны, я просто был в шоке от финки, которая там сейчас. То есть в этом бизнесе сейчас финка больше, чем в любой аптеке на серваке. И сейчас я это все вам покажу. Посмотрите, убедитесь и охуеете реально. Ну что ж, ребятки, сейчас на ваших экранах финка до обновления, которая была в этом 24/7. То есть, если мы посмотрим, здесь мы видим то, что финка была лям 200, 2,2 миллиона, лям 800, лям 500, 2,2, лям 800, лям 500, лям 400. То есть финка была от 1 там до 2 миллионов рублей. Это как бы неплохо. Вы сами понимаете, то что это рублевка, и здесь спрос очень огромный. Реально, очень огромный. То есть здесь чинят машины, здесь закупаются люди с Анашана. Да и в целом, ребята, это рублевка. Здесь очень много игроков живут. И, конечно же, они закупаются именно в этом 24/7, потому что, повторюсь, цены везде одинаковые. Ну что ж, финку до обновления. Вы посмотрите. Теперь обратите внимание на финку после обновления. Это просто, пацаны, пиздец, реально. Я по-другому не могу сказать, потому что посмотрите просто на эту финку. То есть первый день финка была 7 миллионов. Это с тем учетом, то, что он завозил продукты, ребята. Это очень много. 7 миллионов рублей, пацаны, в 24/7. Это не СТО, это не нотариус, это просто 24/7 на рублевке. То мы видим дальше, там 3 миллиона, 3 миллиона, 2 миллиона, 2 миллиона, 2 миллиона, лям, потому что это продукты завозили, и 4 миллиона, 4 миллиона. То есть финка реально выросла очень даже неплохо, в 2 раза примерно. Да, там, видите, бывает там 2 миллиона, 2 миллиона, но учитывайте то, что продукты как бы тоже надо завозить, и иногда из-за этого финка портится. То есть я за Ричарда очень рад, я его поздравляю с этой покупкой. Да, он купил его до обновления, ему реально повезло. Тем более, добавили разводчики еще в горель, поэтому продукты ему возить, в принципе, близко. И кто бы что ни говорил, здесь реально, пацаны, финка больше, чем в любой аптеке. Я в этом уверен, потому что у Ричарда была аптека Батырева, он как бы ее держал, я видел, какая там финка, поэтому я вам с уверенностью могу сказать, то, что здесь финка реально больше, чем в аптеке. Насчет других бизнесов не знаю, но среди 24/7, я думаю, здесь тоже самая большая финка. Ну что ж, ребятки, пришло время вам рассказать про новый бизнес Америкоса, который я себе приобрел. Этот бизнес стоит несколько миллиардов. Я думаю, вам надо об этом знать. Тем более, бизнес довольно-таки топовый, интересный. Я думаю, вы уже догадались, что это за бизнес. Давайте подойдем на меточку, посмотрим. Максон Адигамов. Тачка на прокачку. Да, ребята, у Максима была СТО в Арзамасе. Он ее обменял с доплатой на СТО возле кольца. То есть, это самая такая популярная, самая прибыльная
СТОшка после обновления. Финку я вам показывать не буду, но могу с личного опыта сказать, как мне рассказывал Максим, финка здесь от 5 миллионов рублей и выше. То есть финка здесь довольно-таки хорошая, интересная. Да, он потратил дохуища бабок и забрал себе этот безак, с чем я его, в принципе, и поздравляю. Поэтому, если вдруг кому-то нужно будет затюниться, здесь стоят самые максимальные скидки, минус 30%, поэтому, кто желает, можете приезжать, там, затюниться и так далее. Че на мать? Нихуя мыл один писсуар, сын! Писай. Не-не-не, такой хуйней не занимаюсь. Вот сука ебанутое создание, блядь. Вот его весь Амазин видел. Пизда я нахуй, 130 килограмм вешу. На метражке своей сиреневой уезжал, ебай. Ты смотри, бёрнаут, нахуй. Я надеюсь, ты не ставишь это, нахуй. Сука, я тебя это говорю. Такой же, блядь. Сука. Два дебила — это анчоус. Какие вы дебилы? Мы красавцы. Вы хотите охуенную японку? Вы хотите охуенный германца, нахуй? Вы охуенный, нахуй, тюнинг видели хоть раз? Приезжайте, увидите! Тачка на прокачку! Алло, оп! В моём СТО, ты красава, нахуй, брат. О, подожди, нас поставлю. Давай, брат. Кэшбэк. Красава, еще 50 тысяч заработал. Ебать, спасибо. Конечно, брат, еще 50. Да, охуеть. За то, что ты крут. Да, ебать. Конечно. Да, ебать. Такие диски еще, нахуй. Иди диски поставь. Мы ему накидали, ты 300 тысяч, ты че? У нас здесь что? У нас тюнинг. Блядь, не поставил, сейчас поставлю. У нас тюнинг-сервис. Охуенные цены. Чисто для вас, приезжайте, я говорю. Базару Зиру. Вы видели аппараты вот эти вот? Сачные, мощные, вечные. Он сейчас выйдет, мне кажется, там нахуй такое будет. Ля! Какая? Вообще бодрая. Вообще бодряк, брат. Бодряк. Красава. Еще 50 тысяч заработал. Приору за 45 пак продают с аудиосистемой. У тебя денег нету, ты бомж. Это да. Точно, я забыл. Уже, блядь, заводит, нахуй. Ебать. Нихуя. Пацаны, вы молодцы. Каждому по 50 тысяч. Егор, красава. Только розовый цвет надо красить, брат. Что смешного? Ты посмотри самые лайбы. Писечки. Это только... Это только пацаны, кто лижет пизду. Ой. 50к дай. Перекрасил, нахуй. Я всегда ожидаю, сейчас будет. Сейчас весь сервер розовый будет, пацаны. Ну что ж, ребятки, я на это буду заканчивать. Надеюсь, вы все поняли, то что финка реально выросла, но выросла не прям очень сильно. Хотя кому как. У кого-то она выросла в 2 раза, у кого-то там на 500 тысяч, допустим, как у меня, у кого-то может быть там в 3 раза, в 4 раза там и так далее. Я вам все рассказал, показал. Надеюсь, теперь вы будете знать то, что теперь максимальная скидка это 30%. Все подробные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же, не забывайте вводить мой промокод. За него получите 300 тысяч рублей. Кто желает, можете Америкоса поздравить с покупкой в комментариях. То есть бизнес реально теперь самый топовый, самый пиздатый, самый невъебенный. Поэтому, кто желает, можете реально приезжать, ставить тюнинг, там, красить машины и так далее. Всех обнял, приподнял. Ждите новые ролики, ждите стримы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.